Здравствуйте, товарищ Ли Сон Чхоль. Давно не виделись. В Москве состоялась встреча Владимира Колокольцева и заместителя министра общественной безопасности Корейской Народно-Демократической Республики Ли Сон Чхоля. Я рад возможности продолжить наши контакты с нашими коллегами из Министерства общественной безопасности Корейской Народно-Демократической Республики. Россию и Корейскую Народно-Демократическую Республику связывают добрососедские, дружеские, исторически сложившиеся взаимоотношения. Поэтому будем продолжать начатое наш диалог, и я уверен в том, что мы добьемся определенных результатов. И скажу так, что Корейская Народно-Демократическая Республика, она всегда была надежным партнером Российской Федерации. Нам всегда есть каким положительным опытом поделиться друг с другом. Да, в каждом государстве есть своя специфика, в каждом ведомстве есть своя специфика, но у каждого из нас накоплен большой положительный опыт, и которым мы тоже так же, как и вы, готовы поделиться друг с другом. 먼저 상동지가 다시 그 내면상으로 사박에 된 데 대해서 축하드립니다. И пользуясь этим случаем, я хотел передать мои наилучшие поздравления по поводу переназначения вас на пост министра внутренних дел Российской Федерации. Владимир Колокольцев и Ли Сон Чхоль пришли к единому мнению о значимости продолжения открытого и доверительного диалога по всему спектру вопросов правоохранительного взаимодействия в интересах безопасности граждан России и КНДР.